«Помоги рыбе». Советский район присоединился к окружной акции, которая прошла при поддержке Природнадзора Югры, Фонда гражданских инициатив, а также рыбаков и добровольцев. Для предотвращения ежегодного весеннего замора рыбы участники бурили лунки и делали искусственные полыньи. Несмотря на метель и непогоду, уже к полудню на озере Покиевской было полно неравнодушных людей. Представители партии «Единая Россия», участники экологического объединения, да и просто добровольцы бурили лунки и делали проруби, чтобы предотвратить ежегодный весенний замор рыбы в водоемах и обеспечить их обитателей кислородом. Я люблю охранять природу и не хочу допустить, чтобы рыбы погибли из-за недохватки кислорода. Но я чувствую много позитива сейчас. Мы скоро пойдем бурить лунки для рыб, и, возможно, мы даже их увидим на поверхности. Планета – это наш дом, и мы должны заботиться о окружающей среде. Рыбы – это как бы не исключение, водоемы тоже не исключение. Все, что как бы живое, это надо беречь. Если как бы мы начнем погублять все, что живое, то будет очень плохо. Та же рыба. Если мы сейчас о ней не будем заботиться, то в будущем это очень плохо скажется. Весной в наших краях поступление кислорода в водоемы затруднено из-за толщины льда. Местами она достигает 75 сантиметров. Лед не дает расти подводным растениям и перекрывает кислородный поток, что и приводит к удушью рыбы. Это нужно делать обязательно. В любом случае рыба есть, поскольку в летний период мы неоднократно наблюдаем, что рыбаки, жители города Советский, очень часто здесь прибывают и с удочками, и то есть производят лов рыбы. То есть рыба здесь есть. Рыбе необходим кислород, поэтому в процессе нашей акции производится, то есть бурим отверстие, чтобы поступал туда кислород. Я сама очень люблю ездить на рыбалку, и поэтому здесь внести вклад такой, чтобы на самом деле, чтобы не было вот этого замора рыбы, чтобы рыба могла размножаться. Я думаю, что это очень замечательное такое дело. Помочь рыбе дышать решили и мы, и присоединились к окружной акции. В акции «Помоги рыбе» Советский район принимал участие впервые, хотя в регионе она проводится ежегодно. Ее участником может стать любой желающий, ведь помочь рыбе дышать можно каждую субботу до середины апреля.